Первый вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Беби открывая торжественное заседание, поздравил коллег с их профессиональным праздником, отметив, что за 2024 год Академия пополнилась молодыми учеными. Три человека защитили докторскую диссертацию, и еще трое стали кандидатами наук. От имени президента Аслан Абжани поздравительный адрес зачитал руководитель администрации президента Абисалом Кварчи. Академия наук играет исключительную роль в сохранении и развитии национальной идентичности, укрепление культурных, научных связей с международным научным сообществом. Сегодня у наших ученых есть возможность осуществлять исследования, направленные на развитие экономики, медицины, экологии, сельского хозяйства и других сфер, жизненно важных для развития государства. Труды наших ученых высоко ценятся как внутри, так и за пределами республики. Особенно важно, что интерес к науке проявляет молодежь. Государство по мере возможности оказывает поддержку молодым ученым. В этот праздничный день желаю Академии наук и всему научному сообществу Абхазии новых достижений, смелых экспериментов, успешных исследований. Далее прошло выступление руководителя отделения Академии наук. Академик Вячеслав Чирикова в своем докладе подвел итоги работы научных сотрудников отдела гуманитарных, социальных и общественных наук за текущий год. Отделение включает в своем составе два научных учреждения: Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия и Институт экономики и права. Каждый из этих институтов имеет высокопрофессиональный коллектив ученых-исследователей. В этом году ученые обоих институтов выполняли серьезную разноплановую работу, внося вклад в развитие отечественной науки. Они осуществляли публикацию своих научных работ, редактирование научных трудов, руководство, оппонирование диссертационных работ, занимались преподавательской деятельностью, принимали участие в республиканских, международных научных конференциях, симпозиумах, круглых столах. С каждым годом качество научной продукции растет. Академия наук особое внимание уделяет молодым аспирантам-соискателям. В этом году впервые была защищена докторская диссертация по естественным наукам. Первая диссертация за всю историю Абхазии, докторская, которая защищена здесь у нас и выполнена тоже здесь у нас. Кроме того, сейчас подготовлены три диссертации кандидатские тоже по физико-математическим и техническим наукам. И в ближайшие полгода они будут тоже защищены. В течение года вышло три книги, три монографии, тоже посвященные техническим вопросам. Это результат деятельности СФТИ. Директор Института экологии и первый проректор АГУ Роман Дбар выступил с предложением более тесного сотрудничества университета с академическими учреждениями страны. Я, предлагал этот процесс углубления сотрудничества между академическими учреждениями и университетом превратить в некую форму взаимодействия с созданием комплексов научно-производственно-учебных комплексов на базе наших институтов и университета, чтобы дало бы усиление эффекта такого взаимодействия и в надежде на то, что мы сможем в ближайшей перспективе привлечь больше финансовых ресурсов для решения наших задач, определиться с грантовой схемой финансирования научно-исследовательских тем в республике. В завершении торжественного заседания победитель конкурса молодых ученых Академии наук Абхазии за 2023 год Хинал Гисба был награжден премией, а также почетная грамота была награждена заведующей лабораторией биохимических исследований крови Института экспериментальной патологии и терапии Лариса Ахуба за подготовку научной смены и аспирантов. Алика Трапшрамукамки, Абхазское телевидение.